Итак, друзья, приветствую. Сегодня у нас первая Пороша, по которой хоть что там видно. Не знаю. Что получится, но, по крайней мере, будем стараться. Выкружить зайчишку.
сел. Пусть доходит. Все, пусть доходит. Я ему хорошо попал первым. Прямо от души. Лег. Вот он где лежал. Под бугор я тебя догоню. Итак, друзья, добрал я своего подранка. Хороший такой зайчуган. Так. Сколько ж он мне сжег калорий. Это немного, это километров 5, наверное, я прошел. 6,5 с учетом того, что я вот за ним тут, наверное, еще с километра еще побегал. Все, друзья, красота. Пороши сегодня, конечно, но попороши мне выкружить зайца не удалось. Этого я взял с подъема. Шел наугад просто уже вот по этой зябе. Я водил. Нашел какой-то беговой след. В итоге где-то он меня обманул. А это вот я решил низом эту зябь обойти, потому что машина идет в той стороне. Ну и набрел на него. Любитель травы. Ух. Итак, друзья. У нас сегодня трофей. Ну да, по нему чувствуется. Что он тяжеленький, хороший. 5,50. Вон охотники там что-то переполошились. Стреляют, кричат.
Все, друзья, поехали бы домой. Все, всем ни пуха ни пера.